можете послушать меня и посмотреть, какая девочка, королевушка вам будет ближе. Мальчикам тоже задание. Вы можете посмотреть, какой типаж девушек вам нравится. Мы рассмотрим 4 основных типажа. Естественно, в обычной жизни они встречаются, но в чистом виде они встречаются редко, они в основном смешаны. Так, первая у нас дамочка, это королева Пентакли. Посмотрите, какая кошечка красивая. Это у нас 2 белых кошек. Вот какая у нас кисонька. Она на самом деле очень красивая. У нее потрясающая просто природная красота. Она девушка земная. То есть у нее потрясающие природные данные. Она уже родилась такой красивой. Она вся такая вот хорошенькая. Так как эта девушка земная, она себя очень сильно любит. Очень. Никто так себя не любит, как себя любит королева Пентаклей. Естественно, денежка у такой королевушки будет возиться. Вот. Замуж она будет выходить по расчету, как бы это грустно не было. Ну, может, это даже не грустно, может, это и правильно в какой-то степени. Чтобы денежка у нее всегда была. Денежку она будет накапливать, чтобы тратить ее на себя, на уход за собой, на свои развлечения, ни в чем себе не отказывать. Работать она будет, но, скорее всего, она будет как помощница своему мужу. Это типичные жены новых русских. Вот типичные, помните, из 90-х такие ходили в платках с красными губами. Вот это вот такая вот девушка. Если минус этого аркана в том, что если она обращена какими-то, может быть, мечевыми картами, либо старшим арканом, там, повешенной семеркой мечей, то она будет слишком загоняться в дом, в семью. Это вот будет из тех вот клуш, которые на детской площадке. Сын, 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 муж, 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 муж. Пойдем сегодня там вечером прибухнем в Боревичи. Не могу, у меня муж, 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 семья, 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 которая будет там. Она может прийти к вам в дом прибраться у вас дома. Она постоянно будет все мыть, вкусно готовить, там на пенсии копаться в огороде. Но не обязательно опять-таки. Следующая дамочка, это у нас королева кубков, вот такая вот кошечка. Это у нас девушка-любовь. Вот она...